Всем привет! С вами Малыш и Витус. Здравствуйте. Так, Витус у нас пока поехал Бронта ушатать, который у нас там наверху ходит, который может опять свалиться. Ой, Виталий, отгони его от края, то он сюда свалится. А как? Твою ж дивизию, Витус! Не, а я отошел от него вообще не знаю куда. Я увидел, что он пошел туда к краю, я от него отошел назад. Все, давай, выходи на эту, к воротам, он туда сейчас к тебе выйдет. Главное, чтобы меня не задел. Вот, там его тогда и добивай. Давай, давай, добивай, пока он на глубину не ушел. Да все, съел я его. Да вижу, я вижу. Так, ну что же, я прошу прощения, что так долго не записывали. Мы тут отстроились. Я как бы сразу и сервер, и игрок, и запись. И это немножко систему как бы напрягает. Так, ну что же. Тут мы уже отстроились. Как видите, у нас это мастерская на первом этаже. Потихонечку развиваемся. Вот, на втором этаже у нас все шикарно. Я себе здесь сделал маленький такой огород. Наркобарон. Вот, видите, здесь у нас все овощи всех видов. И плюс еще это наркотические ягоды, чтобы их не добывать. Они в хорошем количестве добываются отсюда у нас. Три компоста. Это у нас Сатурн стоит. Я его пригнал, затащил. И он какашки дает. Все отлично. Так, сделали также посадочную площадку для кецеля. Вот здесь у нас посадочная площадка для кецеля. Так, потом будем делать, конечно, основной загончик для наших животных, которыми часто пользуемся. Кстати, Серега КВ у нас все-таки вернул нам этого. Рекса притамил. Все отлично. Тамил он 72 уровня Рекса. Видео, кстати, на его канал, ссылку можете найти в описании видео. Там уже найдете. И у нас здесь такой вот еще один загончик, где у нас бегают два овераптора, мы затамили. И они как бы стимулируют на понос яиц. Также у нас 4 скорпиона. 3 девочки, 1 мальчик. Вот эти вот бегунки. Анкила. Ну и сейчас начали уже основных будем убирать этих, на которых летаем, птеров. А девочку и мальчика будем оставлять здесь на постоянно. Куча додошек. Ну, такой загончик мы пока сделали, времянку. Потом будем, конечно, дальше еще отстраиваться. Так, у нас у додошек пока яйца вроде есть пару штук. Ну ладно, фиг бы с ним. Так, ну как бы у нас все хорошо. Эти бегают. Да отстаньте вы от меня. Вот они вот так вот бегают, овераптеры. И стимулируют. Как видите, у всех яйца горят. Кроме скорпионов. И они как бы, получается, чаще несут яйца. Также у нас осталась эта ловушка. Куда мы приносим. Мы также мамонта затамили. Который добывает дерево. Вот. Притащили его с зимнего биома. И там его прямо затамили. Сколько мы, Виталь, мамонта? 8 часов, да, тамили? Витус. Да не помню я, подожди, мне некогда. Чем ты там занят-то? Берусь я на волке. А, ну ладно, вот. Ну, короче говоря, да, мы где-то то ли 8, то ли 9 часов тамили этого мамонта. Ну, половину, правда, Бронта вынесли. Вот так вот наградили этими факелами.
чтобы в ночи, если идем, где можно упасть. Ну, здесь вот кусок, конечно, они уже вынесли. Вот. Чтобы в ночи, если что-то там добываем и все прочее, чтобы видно было. Так, ну что, давай, возвращайся. Я за лягушкой. Как раз утро, Виталь. Ну, подожди, дай подберу-то тут маленько. Ну, давай, подбирай и возвращайся. А хотя, я, наверное, полечу. И ты успеешь вернуться. Конечно, у меня ружье с собой. Ага, у меня яйцо только. Все, я тогда полетел на болото. Кстати, кетцели мы прокачали. ХПшка 3000, стамина 5130, вес 4500. И скорость немного подкачали, 177,4. Да я его перегрузил, уже еле еду домой, а хотя тут еще вон два стега и анкилы ходят. Так жалко их оставлять, но я боюсь, что я не доеду потом. Там или этого 72-го. Серега там умер один раз, там, короче, экшена хватает. Ага, я там Серегу обезьянам скормил. Витус, как всегда, в своем репертуаре. Ты где? Я тебя хватануть хочу. Не хватай меня. Да нет, хватай меня. Они друг друга этим непонятным диалектом, как обычно говорится и пишется везде, понимают. Я ничего ли это не пропустил, лишнего не сказал? Смешно? Да, конечно. Или не смешно? Да? Так, мясо в холодильник. Вроде сказал. Да, мясо закидываю в холодильник, я там потом распределю. Никто туда. Тухлячок туда. Кератин сюда. А мне интересно, а змею-то притамить можно, нет? Я что-то про это даже не читал нигде. Эй! Чего? Угомонитесь. Змею я с тобой не пойду танить. Я их боюсь. Да, я ее сюда притащу, чего идти-то? Они так больно кусаются. Так, ты там, если не найдешь эту лягуху, тащи скорпиона тогда. А зачем нам скорпион еще один? Как, ты ж собирал. Еще скорпионов. Нет, а скорпион нам зачем? У нас же есть, хватает вроде пока. Их никогда не хватать не будет. Яйца скорпионе нам нужны. Мы. Значит, можно еще девочку одну другую притащить. Ну я не полечу на этот. На хищный остров. Мне туда лететь неохота. Полети на тот хищный остров. Ну, начинается на тот. Что на этот не полечу. Я тебе говорю, лети на тот. На этот не хочешь. Вот. Так, говорит, блин, я в деревьях. Плохо вижу. Че, пасту запусти цементную? Да, запускай, Виталь. 16 штук еще может сделать. Запустил. Запустил.
тут одна мелочь какая-то. Разгрузил. Угу, хорошо. Калитка закрыта, ворота закрыты. Витус на вышке. Где лягуха? Ну, высматриваю крупный уровень. Так, наркотика что, брать с тобой или ты возьмешь? Возьми лучше сразу наркотик. Так, вижу 68, но я, блин, все-таки хочу побольше уровень. Оп, все, я на вышке. Да, весело. Весело, весело. Встретим новый год. Хм, там горилла шатает этого раптора. Или раптор гориллу? Нет, горилла раптора шатает. Не. Угу. Ну так это походу я на нашей обезьянке могу бронто завалить пойти. Ну-ну, попробуй. Ушатаешь обезьяну, будешь один ее тамить в следующий раз. Ладно, тамил, он валялся на этом самом, лежал кверху задом. О, Виталь, 80 уровень. Да тащи мне все равно. Сейчас и эту потеряешь. Нет, не потеряю. Да, хватаю я 80 уровень. Хорошо. Не, да я пока его спущусь, наркотик ты возьмешь, крайний. Ну я на вышке стою. Да. Не, наркотик у меня с собой, ты ж сказал возьми. Просто у меня тут еще и седло во мне, тут я тяжелый уже. Так,
Поговори, я с ружьем стою. И тебе твой отдельный хомут на шею придумаем. Да у меня висит уже он. Наушники с микрофоном на шее, как хомут. Да, понятное дело, я вот пытаюсь вырулить. Все, можете тамить. Так, это у нас девочка. Нафиг девочка у нас уже есть. Нормально. Перила засадил. Мазила. Так а где Мазила? Ты видишь, она где сидит? Еще одна в перилине торчит. Еще одна в перила. Ну, давай перилу снесем одно. Не, давай не будем. Зараза. Не упади туда. Не подходи ближе, все. Вот. Все, больше вперед не двигайся. Ну вот у этой окрас, конечно, очень хороший. Слушай, она перепрыгнуть пытается. Если бы у нас второго этажа не было, она, мне кажется, перепрыгнула бы. Легла, что ли? Не знаю. Походу дело легла, ну-ка я проверю. Сомнительно мне что-то. Да, легла. Блин, ворот надо открывать. Так, наркотик. Красивый у него все-таки окрас. Пальнул. Ну, быстро пошла, смотри-ка. Так, Виталь, давай-ка это. Поменяй вот эти деревянные, деревянную фигню на каменную. Там же у нас где-то было, она вон это. Вот. Мальчик восьмого, Виталий, стреляй. Пока он забаговался, прям в голову ему. Да погоди, я уйду. Отсюда пойдет? Попробуй. Лег. Так. Промит. Сейчас возьму промит. Да блин, я к нему подойти не могу. А, промит. Каша. Блин. Виталь, посмотри за этим мальчиком. Ты где? Я тут. Посмотри за этим мальчиком, я быстренько додошную кашу возьму.